Детей с ДЦП, эпилепсией, синдромом короткой кишки проконсультируют врачи из Москвы. В ходе проекта «Территория здоровья» приемы проведут генетик, сосудистый хирург и гастроэнтеролог. Работать будут в Челябинске и Магнитогорске. Юлия Савосина расскажет подробнее. Жительница Копейска Венера Воробьева бьет тревогу. У 6-летней дочери Полины проблемы с венами на правой стопе с рождения. Рассказывает, раньше дочь ничего не беспокоила, а в последнее время ножка болит, вены опухли. Ребенка отвели к врачу. Неделю назад провели операцию. А сегодня, как лечить ее дальше, решает врач из Москвы. Конечно, обрадовала, когда нас пригласили. Доктор тут посмотрел, проконсультировал. Сначала сделал обследование уже сосудов, УЗИ малого таза, КТ, а потом там уже по результатам будет видно, как будет проходить лечение. Получить консультацию от московских врачей маленькие пациенты могут благодаря проекту «Территория здоровья». Его реализует компания «Новотек» в городах присутствия. Цель – оказать помощь детям со сложными и редкими заболеваниями, такими как детский церебральный паралич, болезнь Крона, эпилепсия, патология сосудов печени и другие. Выездные бригады врачей уже побывали в Новом Уренгое, Мурманске и Костроме. На первом месте самое главное – это дети. И мы ценим возможность участия в огромной работе по спасению жизни, сохранению здоровья наших детей, а значит и нашего будущего. Работать врачи будут по несколько дней в Магнитогорске и Челябинске. Не исключено, что за это время будут не только консультации пациентов, но и операции с местными врачами. А далее ежедневный, ежемесячный, еженедельный контакт, потому что мы познакомились. Ваши специалисты Челябинской области с нашими, уже другой уровень общения будет. Поэтому это не сиюминутный или недельный проект. Это проект на многие предстоящие годы. Завтра в планах работы выездной бригады врачей – консилиум хирургов и научно-практическая конференция. Юлия Савосина, Виталий Пастухов, ОТВ.